Этот велопробег юбилейный. Любители покрутить педали в 15-й раз собираются вместе. Среди участников – школьники, студенты, семейные команды и трудовые коллективы. Денис Давыдов работает в М-видео. Его компания уже несколько лет занимается пропагандой здорового образа жизни как среди сотрудников, так и клиентов. Ну, у нас в компании есть команды различные – футбольные, волейбольные, баскетбольные. Вот. И мы хотим поддерживать спортивное движение внутри компании, потому что у нас есть 17 тысяч сотрудников, которые хотят играть. Вот. И мы планируем запускать Олимпиаду на большом уровне, чтобы из разных городов люди, наши сотрудники, могли приезжать и играть. Особое внимание М-видео уделяет велосипедному спорту. В мае компания планирует организовать велопробег в Оренбурге. 2 года назад наша компания запустила поддержку велодвижения. Мы поставили первую велопарковку М-видео рядом с центральным офисом. А в прошлом году мы поставили 10 парковок по всей России, из них 2 в Санкт-Петербурге. И в этом году планируем поставить еще 15 велопарковок. Погода не внесла коррективы и в протяженность трассы. Она осталась традиционной – 64 километра с 2 привалами. Мы идем по шоссе, вот это до Сестрорецка. Оттуда делаем петлю через Песочное на Конную Лахту. И финишируем на Дворцовой площади. Перед стартом погода наладилась. Запустив в небо традиционный символ праздника – надувной велосипед, спортсмены-любители начали движение. Мероприятие не спортивное, но главный приз все же есть. Это хорошее настроение и удовольствие от велопрогулки. В заезде приняло участие более 2000 спортсменов-любителей. Праздник весны и солнца на спицах состоялся.